Фонда славы городской конкурс и открытая сцена, на которой возможность проявить себя дается сочинцам всех возрастов. Сегодня самой юной артистке 5 лет, а среди участников номинации «Художественное творчество» оказалась волонтер серебряного возраста. Этим конкурсом мы пытаемся раскрыть эти таланты, чтобы таланты эти увидели и руководители подведомственных учреждений управления культуры. В дальнейшем могли они приглашать их на городские мероприятия. У нас школьники, у нас ребята из детского сада, студенты, люди, которые уже преклонного возраста выступают. То есть мы действительно городской конкурс талантов, который пытаемся объединить молодежь, сблизить ее и, так сказать, налаживаем и межэтнические отношения. Сегодня на сцене Дома культуры «Аэлита» прозвучали и произведения классиков, и стихи собственного сочинения. Ну а студенты добавили ритма и исполнили песни, которые сегодня пользуются большой популярностью у молодежи. Нам очень нравится, что у нас в Сочи проходят такие мероприятия, когда можно себя проявить, показать. Это очень интересно, очень увлекательно. Мы надеемся, да, то, что наш колледж увидит, что мы умеем танцевать, сами поставили танец, как-никак, сами организовались. Вот, и надеемся то, что нас в дальнейшем будут брать также на мероприятия, и мы будем танцевать. Ну, это очень интересно, как бы показывать себя, чтобы люди посмотрели, как может молодежь отжигать. В жюри – хореографы, работники сочинской библиотечной системы, сотрудники городского управления культуры. Вокалистов же оценивал популярный певец, финалист проекта «Голос» Армен Авджан. Когда талантливые дети, они заметны сразу и публике, и нам. Увлеченность, способность, умение себя вести правильно на сцене. Желаем им всегда, чтобы они дальше продолжали. Но так те, кто, допустим, просто себя проверяет, как вот ихнее это или не ихнее, мы также стараемся им это, об этом сказать или как-то что-то подсказать, в общем, если дальше развивать или вообще не петь, так что бывает и такое. Победители определят во всех номинациях, но подарки получат все участники городского конкурса «Минута славы». 15 декабря они дружно пойдут в цирк на новогоднее представление. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.